Доброго дня. В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо з вами, як позбутися після новорічної депресії. І говоритимемо про це із спеціалістом, психологиною та лікаркою Оксаною Одинець. Доброго дня. Доброго дня. От я так розумію, для мене, наприклад, основні причини, які можуть бути після новорічних свят і саме причиною депресії, можливо, невиправдані події, що там дива якісь мали статися, але вони не сталися. Може, надмірне вживання алкоголю та ще якоїсь такої їжі, яка викликає якісь хімічні процеси. Можливо, це вже коли людина входить в робочий процес, тобто вона відпочивала. Скажіть, будь ласка, що таке депресія взагалі? А потім уже перейдемо, що таке оця специфіка новорічна депресія. Совершенно вы правы. Все, что вы перечислили, действительно есть причины новорічної, вот, новогодней такой депрессии. На самом деле не всегда праздники, новогодние праздники приводят к депрессии. Депрессия – это все-таки уже такое состояние более глубокое, и оно может быть уже связано с тем, что необходимо обращение и к специалисту. Это психологический розлад? Это может быть. Может. Это может быть психологическим таким отклонением. Или это может быть проявление какой-то более серьезного заболевания. Но если мы говорим о праздничной, постпраздничной депрессии, то, скорее всего, мы будем все-таки иметь в виду вот то состояние временное, кратковременное, которое просто связано с тем, что накопились определенные проблемы, в том числе те, которые вы перечислили, в том числе и переедание, и использование алкоголя, и такое бездумное времяпровождение, не знаю, чем себя занять. Безрезультатное. Безрезультатное. И вот это действительно может накапливаться, и нет, чудо не произошло, да, сюда же можно отнести. Действительно, это может привести к состоянию, близким к депрессии. И из него действительно нужно выходить. И то, что есть эти состояния, это установлено. И именно после Нового года очень много, больше клиентов приходит к психологам, больше пациентов приходит к врачам. Это действительно существует. Но вот нужно разобраться, почему это так. С какими проблемами до вас приходят? Если вы говорите, что до психолога больше приходят после новых новорічних свят, что людям не подобається? Ну, очень много разных причин, и, наверное, мы сейчас перейдем с вами к причинам. Да? Самая такая банальная и простая причина, которая приводит к тому, что нам не хочется идти на работу, нам тяжело вставать, это просто нарушение режима дня. Мы много праздновали, ночью не спали, потом полдня мы спим, потом опять нам уже вроде как нужно время пободрствовать, до ночи опять график сбился. Да, сбивается, просто банально сбивается график, и начинаются такие вот сидения в телефоне до ночи, и потом сплю полдня. И в итоге просто организм уже перестраивается, ему не хочется рано вставать, и появляется вот то состояние лени и нежелание идти на работу. Чтобы с этим справиться, нужно просто осознанно строить свой график дня. И это очень помогает, если мы понимаем, что отоспаться после Нового года достаточно одного дня, дальше встаем вовремя и самое важное, занимаем свой день тем, чем интересно. Потому что когда вот эти вот моменты такого вот поедания, убивания времени, фактически такое преступление совершаем, да, оно и приводит тоже, может приводить к такому неудовлетворению и состоянию, как, скажем, с депрессией. То есть человек дивится назад и думает, Зачем я это делал? Да, да. И начинается такой момент, что чем себя занять? Ну, посижу в телефоне, ну, схожу с друзьями, опять попью пиво, опять что-то съем. И получается, что вот просто убивание времени, хотя это же нам такой подарок дан. Здесь же можно сделать все, что угодно, что нам не хватало во время рабочего нашего графика. Да, можно на каток сходить, можно с семьей. На каток – хорошая порада, я ходил. На лыжах поехать там, не знаю, куда-нибудь съездить, в баню сходить, в конце концов. Все, что нам не хватает. В течение рабочего нашего графика есть возможность сделать. И если мы это бездумно вот так проматываем, лежа в постели и в телефоне, и там попивая пивко, естественно, это все приводит к внутреннему неудовлетворению. И человек говорит, боже, неделя прошла, и вообще, и что было? Сделал? Да, хотя столько было возможностей на самом деле. И это как раз вот новоричные, в наши новогодние праздники такое часто и бывает. Ну, вы кажете, что есть такой момент, треба в графике війти. Да. От я розумію, що в мене завтра робочий день, а до цього в мене вже графік збився, він устаткувався, уже новий. Тобто я нічого не роблю, навіть на катки ніяк не ходжу. Що мені треба зробити? Сісти? От так же не можна зробити. Тобто я сижу і думаю, так, зберись.
треба зібратися. Ні. От як мені це треба зробити? Прописати, може, я не знаю. Прекрасно. Тобто, можна просто спланувати свої вихідні. Навіть написати. Можна написати, да. І що я хотіла на самом деле? Хотіла я на каток, то, пожалуйста, запланувати собі там 3-го числа каток. Хотіла я зустрітися з друзями, запланувати, зазвонитися, просто зробити це. Якщо ми заранее не знаємо, чим зайнятися, так ми не знаємо, чим зайнятися. В итоге, коли приходить время, которое можна чим-то зайнятися, друзья уехали, каток, оказывается, закрылся или что-то. Тобто, можна просто понимать, что я буду дальше делать. Просмотреть афишу, в конце концов, может быть, где-то открытый музей, можно ребенка куда-то там в театр отводить. Что цікавить? То, что на самом деле человеку интересно, это прекрасная возможность сделать это на выходные. Якщо людина вийшла на роботу, ну, важко вбиватися перший робочий день. У нас сьогодні перший робочий день. Я не скажу, що важко, але є все рівно це відчуття. Выпить кави, не знаю, съесть шоколадку. Что треба зробити? Хочется, да, немножко так оттянуть состояние, что еще немножечко, хоть 10 минут, но попразднуем, да? На самом деле это еще сюда может добавляться такое состояние, что если я... Вспомните, как вот вы выходите на работу после какого-то отпуска. И вот после отпуска хочется прийти на работу, рассказать, что произошло, да, вот поделиться. Уже сейчас отпуска, хочется прийти на работу. Да, уже соскучился, уже хочется какое-то общение, обменяться впечатлением. А если праздники прошли так, как мы с вами только что рассказали, да, и вариант, что человек просто убил время и не воспользовался моментом, то и рассказать-то нечего. Грусть, тоска и хочется... И сожаление. Сожаление, да, и разочарование. Кстати, что касается новогодних праздников, как раз вот тут разочарование очень-очень большое. Дело в том, что как раз новогодние праздники – это такая вот граница, да, между предыдущим годом, где подводились итоги, и следующим годом, где что-то планируется. И тут очень важный момент. Мы вот с такой вот детской наивностью думаем, что мы загадали на Новый год, то оно хлоп, все избудется. Но ведь доросли. Да. И начинаем планировать. В этом году выйду замуж, куплю машину, поеду отдыхать в Италию и пишем себе список. Не получилось. В конце года-то смотрим, что-то там один пунктик какой-то, и все, жизнь-то свои коррективы вносит. И появляется такое разочарование, что не справился, не смог, не смогла. Там. Слабый. Да, слабый. И тогда мы что делаем? Мы делаем еще больше планов. Ах, так, тогда не получилось, сейчас перенесу в этот год и добавлю еще ремонт, добавлю еще что-нибудь. И в конце концов, год от года происходит такое, чем больше мы себе ставим планку, тем больше у нас внутреннего разочарования. И в конце концов, нужно научиться понимать, что... Да, хорошо мечтать, прекрасно, да, ставить себе какие-то цели, мечтать – это нужно. Но не нужно из этого делать самоцель. И потом получается, чем больше мы себе ставим таких целей, тем больше у нас внутреннее, мы уже ожидаем, боже, Новый год заканчивается, а мой список-то тот еще не исполнился. Я правильно розумію, для того, щоб не було цих розчарувань, для того, щоб не було, та навіть не новорічної депресії, взагалі депресії, тобто, якщо я, наприклад, зроблю якийсь, у мене є велика мрія, якесь бажання, якщо я розіб'ю її на 10-20 маленьких моментів, які можна реалізувати, то я потроху, вероятность больше будет, конечно, правильно? Конечно, да. Но опять-таки не нужно ставить каких-то очень жестких рамок. Чем жестче рамки, тем сложнее достижение. Что должно это там свершиться там, к декабрю и так далее. А тут життя. Да, да, то есть надо, вот, как раз умение жить, это и есть искусство, да, оно на самом деле очень простое, жить гениально, все, что гениально, все очень просто. Хорошо сказал. Да, и вот это вот доверие миру, оно случится, если это настоящая мечта, если она ваша, то оно случится, но те ограничения, которые мы ставим сами себе, они нас потом и разочаровывают. Мы разговаривали с приводу слабких людей, того, что я там не досяг цілий, и я слабка людина. Якщо людина відчуває, що в неї депресія, і потім вона собі каже, та ні, ну я ж не слабкий, я ж сильний, а якщо чоловік, ну воно, мабуть, від гендерної політики не залежить. В цьому випадку депресія до чого може, от крайня негативна точка депресії, до чого може призвести? Ну, конечно, будет накручиваться все как вот такая пружинка. Если мы говорим, нет, я все-таки сильный, должен идти дальше и ставим себе новые цели, это может быть один тип такой вот накручивания. Да? С другой стороны, человек может себе сказать, ой, я слабый, это ничего мне не выходит, я все это брошу и опять-таки впадать в депрессию от бездеятельности. То есть важна золотая середина. Самое важное – чувствовать все-таки себя, потому что когда мы идем за тем представлением, о котором нам говорят, должно быть так. Это тоже одна из причин депрессии. Например, должно быть праздновать в семье.
а что делать одиноким людям? И уже начинается ощущение, а я как, если я не в семье, где уже мне искать? Уже не в системе. Уже не в системе. И уже начинается вот это предвкушение того, что будут проблемы, что надо искать компанию, а компания уехала, а тот не хочет, а с тем я не хочу. Особливо, коли я не хочу шукати компанию, але я розумію, що, ну як же ж по-іншому. Так, да, потому что так принято. Потом разные типы людей. Одним действительно нравится, да, нравятся большие компании, переезды с места на место. Другой может быть просто по своему психотипу совершенно другой. Или же у него работа связана с людьми. Он отдохнуть хочет от людей, посидеть книжку хочет почитать, а ему положено неделю ездить на праздники, общаться и громко гулять. И вот это вот тоже очень сильная причина. Нужно слушать, что на самом деле хочется мне внутри. И это делать. Не то, что говорят, как правильно, да, праздновать Новый год, а так, как на самом деле нам хочется. Я головный. Да. Прислушиваться к себе. Не в смысле «я головный, и я буду делать, как я хочу, мне наплевать на все», а в смысле чувствовать, что я хочу, так, и так делать то, что я хочу. И если отпраздновать Новый год – это один день, а праздники-то у нас 7 дней, и я, если я обязуюсь выполнять то, что говорят нам окружающие 7 дней, праздновать именно так, как положено, и, конечно, я себя введу в состояние неудовлетворенности в лучшем случае. А как до себя прислушаться? У нас же много этих моментов, которые нас тиснуть, там, суспільство, рідні тиснуть. Тобто ти не хочеш, не моя ситуація, ти не хочеш там в родині святкувати, але це наша традиція. Якщо ти зробиш щось так, то ты отходишь от традиции, этого делать не можно. Нет, я не говорю о том, что прям надо ломать традиции. Это только крайний случай. Я не хочу. Но на самом-то деле праздники, это же вот то, что мы встретились с семьей, например, это один день, и это всем на пользу. Да? И для чего мы встречаемся? Для того, чтобы общаться. И ради этого стоит действительно встречаться. Тобто по-іншому подивитись на цей момент. Да, а с другой стороны, когда мы встречаемся для того, чтобы наесться и напиться, и тогда теряется вот это само общение, потому что оно забирает очень много энергии. Тут, кстати, вопрос между весельем и радостью. Потому что если внутренне на празднике мы должны получать радость, это совсем другое, не то ощущение, которое мы получаем от веселья. Потому что веселиться – это громко, шумно, с танцами, с музыкой, с поеданием большого радость. Количества. А радость, она тихая. Можно радоваться, например, наблюдая за любимым человеком, наблюдая, как ребенок там играет, или что-то я когда творю, там, рисую, пишу. Вот тогда появляется радость, и радость, она вдохновляет. Она дает силы. И когда вы, например, вспомните, когда вы что-то с интересом делаете, у вас появляется, вам не хочется есть, вам не хочется пить, вам не хочется... А когда этого нет, а потребность есть, человек начинает как бы доказывать себе, что я все-таки в радости, и начинает просто кричать, веселясь. Да? Вот это веселье – это такая подмена радости. Наигранная, искусственная, такая маска, которая забирает энергию. Вспомните, после веселья, после дня рождения, веселого, шумного, устаешь. Слава Богу, это кончилось, теперь мыть посуду теперь после всего этого, да? А радость, она тиха. А радость, она не то, что она, во-первых, не кричащая, а во-вторых, она всегда вдохновляющая и всегда дающая силу. Вот если мы научимся радоваться на праздники, мы будем с радостью выходить на работу, мы будем с радостью ждать этих праздников, и действительно, тогда это будет вот то самое чудо, которого так ждут дети. Вот дети, кстати, редко впадают в депрессию после праздника. А это мое наступное питание. Вот, потому что дети, они действительно воспринимают это как чудо, вот такое чудо, которое праздничное, раз не Снежинка, Дед Мороз, Боже, тут елочка, так это все зажглась елочка, это штука счастья. А вот от самого момента, получая радость, мы действительно будем воспринимать это как праздник. А если же даже те же дети с возрастом начинают там заказывать Деду Морозу там велосипед, а он привез самокат, появляется разочарование. Это нет этого Деда Мороза, это нет этого чуда. А як з цим працювати? Вот, наприклад, якщо батьки разом з дитиною часто, тобто під час новорічних свят, не немає цієї дистанції, вони весь час проводять разом. А потім ось робота, батьки пішли на роботу, дитина фактично сама, або ж там. Тобто як батькам вийти з цієї ситуації, якщо бачить, що дитина трохи, ну, відчуває депресію, а може не депресію, може щось якийсь такий ну, дітям на межі став. На самом деле, їм іноді хочеться побути самим теж, тому що у них же зараз теж тільки закінчились канікули, да? На самом деле, вони теж виходять вместе з нами на роботу. І воспользоваться цим моментом, побути з ребенком, це дуже здорово. Самая большая проблема в праздники для дітей – це якраз от той перший пункт – це нарушення режиму.
Здесь единственное, нужно ребенку не давать вот это вот спать по полдня, потому что ему просто будет тяжело физиологически потом вставать в школу, и отсюда появится вот это нежелание идти в школу, вставать рано, боже, зачем. А на самом деле, если ребенок здоров и ребенок весел, он опять-таки с такой же радостью пойдет на свою работу, в свою школу, и родителям просто нужно удерживать этот момент, наполнить праздники общением, удерживать вот этот режим, и у ребенка не будет депрессии, я думаю. Якщо, наприклад, у тебе близька людина, там, кохана людина, або батьки, або ще хтось, ти бачиш, що вони знаходяться в такому стані. Ну, якщо вже говоримо про депресію, в депресії. Які мої кроки? Що я маю зробити? В кіно відвести, не знаю, там, щось купити таке смачне? Що треба зробити? Ну, во-первых, нужно понять причину, да, депрессии. Почему у человека, что с ним произошло? Возможно, как раз он хочет побыть один. Возможно, он разочаровался своими не сбывшимися мечтами. Возможно, он не знает вообще, не видит перспективы, не видит смысла жизни. Возможно, он хотел общения вот этого глубокого, а получил то самое веселье, о котором мы говорили, и поверхностные встречи, которые опять не привели его к удовлетворению. Счастье есть, а радости не очень. Поэтому на самом-то деле нужно просто понять, что человек, что ему надо, и помочь ему, помочь выйти из этого состояния. Поговорить. В первую очередь, вообще все проблемы... Все просто. Все проблемы решаются... спокойным, глубоким разговором. И разговором не о том, что я тебе хочу, как помочь, а что с тобой происходит. Вот когда мы будем больше интересоваться, что происходит с людьми, и пытаться им помочь, а не навязать свой совет, вот тогда будет больше толку. Такие стани депрессии, вот до вас приходят люди, зазвичай, какие у них проблемы, то есть, що вони розказують там, з роботою, щось не так. Ну, тобто, навіть новорічні свята. Чи можна на новорічних святах там якісь сімейні проблеми? Зазвичай, що таке трапляється, що кидається от... Ну, чаще всего, конечно, это проблемы, связанные с... две такие выделю проблемы, которые чаще всего. Это неудовлетворением отношениями в семье. Хотелось, чтобы семья была там радостная, чтобы семья была друг другу помогали, а оказывается, каждый сидит в своем углу, сидит со своим гаджетом и... Не любовные стосунки, а сама вот семья. Да, вот нет внутренних взаимоотношений в семье. Нет нисколько отсутствия, да, может быть и отсутствие, конечно, это тоже одна из причин. Но вот не ожидалось, что я буду всегда вместе со своей семьей, а оказывается, что каждый по отдельности. Это опять-таки мы не чувствуем, что происходит с нашими близкими, не чувствуем, что происходит с нашими детьми, не понимаем, как им помочь, а пытаемся навязать им свое представление. Не разговариваем. Не разговариваем. И другая проблема, это обычно у людей таких вот достигаторов, людей ментальных, которые хотят, чтобы было все по правилам, чтобы я был успешным, чтобы я был очень там крутым и классным. И в итоге, когда он не достигает, он тоже разочаровывается и считает, что там я слабый или я слабо, мало потрудился, надо еще больше напрягаться. А на самом деле он не чувствует себя. То есть вот эта вот погоня за успехом, погоня за какой-то выделенностью, быть самым лучшим, самым главным, это тоже причина, которая может привести к тому, что человек просто теряет себя. Зачем ему это нужно? Ну, вот, например, вот это одни, два момента, которые кидаются до уваги, да, правильно? Да, да. Вот, например, я такая людина, да, до прикладу. Як би ви мені допомогли і розрадили як спеціаліст, тобто що б ви сказали і щоб достукатись до мене, я зрозумів і справді вийшов з такої депресії, скажіть. Із второго типу, да, що я не достиг чого. Да, ось, наприклад, просто така міні-сценка, тобто що б ви мені сказали? Смотрите, самое важное, чтобы вы понимали, что ваши цели, они действительно вам нужны. Не кому-то. Не кто-то сказал, что ты должен быть самый лучший, а я должен понимать, что мне действительно это нужно. И когда мне это действительно нужно, это, во-первых, будет всегда отражать мое предназначение. Если мое предназначение, там, например, доносить до людей какую-то правду, да, доносить что-то, что поменяет их жизнь, то тогда эти цели будут естественными. И можно расставить очень большие цели. Там, международный формат какой-то там можно ставить. Но опять-таки не ограничивать рамки. Не значит, что я в 3 месяца должен чего-то там этого достичь. И самая большая проверка, что это удовлетворяет меня или нет. Вот если я туда приду, то, что я поставил цель, ту мечту, которую я себе поставил, когда я буду там счастлив. Это мысленно туда прийти? Да, мысленно представить себя уже в этой ситуации и посмотреть свое внутреннее состояние. Возможно, вы представите себя там на вершине на этой, и окажется, что там пусто, и там не нужно, и вам не хочется этого. Просто кто-то сказал, что так надо. И вот когда вы начнете чувствовать себя действительно, то вы увидите, что, может быть, вам хочется совсем другого пути, и в этом пути тоже есть очень много каких достижений. Вот тогда туда и надо идти. Разобраться с собой надо.
Дуже цікаво, дякую всім за таку цікаву розмову. А з вами був телеканал «Відкритий», прес-центр. Ми говорили про депресію, яка час від часу виникає у людей після новорічних свят. І говорили про це з Оксаною Одинець, психологинею та лікаркою. Дякую за вашу увагу та до зустрічі. До зустрічі. Дякую.